Ну что ж, друзья, на это добрейшего всем времени суток. Как всегда, с вами Док Браун, а на ваших экранах Monster Hunter Online. Ну а если быть более точным, то редактор персонажей из Monster Hunter Online. Собственно, сама по себе игра является достаточно популярной и известной, но, к сожалению, русской локализации так до сих пор и нету. Для тех, кто не знает, игра китайская, вышла в 2015 году, но выглядит очень-очень хорошо даже и сейчас, спустя несколько лет после релиза. Саму игру мы посмотрим совсем скоро на стриме, так что не пропустите, советую подписаться и нажать колокольчик, а также вступить в группу ВКонтакте и включить уведомления, тогда точно не прозеваете. Ссылочка на группу в описании. Ну а пока что усаживайтесь и приятного просмотра.
Thank you.